При каких положительных значениях k прямая y равная kx минус 4 имеет с параболой y равная x квадрат минус 3x ровно одну общую точку? Найдите координаты этой точки и постройте данные графики в одной системе координат. Для начала перепишем наши условия. Y равняется kx минус 4 и y равняется x квадрат минус 3x. По условию сказано, что k больше нуля. Для того, чтобы найти точки пересечения, мы приравняем оба наших графика по y. Тогда у нас получается x квадрат минус 3x будет равняться kx минус 4. Перенесем все в одну сторону. Тогда у нас получается x квадрат минус 3x минус kx плюс 4 равняется 0. Сгруппируем второе и третье слагаемое. Вынесем минус x. Тогда у нас получается x квадрат минус в скобках 3 плюс k, все это умноженное на x, плюс 4 равняется 0. Для того, чтобы у нас была одна точка пересечения, данное уравнение должно иметь только один корень. Один корень оно будет иметь в том случае, если дискриминант равен 0. Дискриминант d равняется b квадрат минус 4ac. Тогда у нас получается, что b квадрат это 3 плюс k. И все это в квадрате. Минус 4 умноженное на ac, умноженное на 1 и умноженное на 4, должно равняться 0. Решим получившееся уравнение. Для этого раскроем скобки. Получается 9 плюс 6k плюс k квадрат минус 16 равняется 0. Приведем подобные члены. Тогда у нас получается k квадрат плюс 6k минус 7 равняется 0. Решим получившееся квадратное уравнение через дискриминант. Дискриминант равен b квадрат минус 4ac. В нашем случае получается 6 квадрат минус 4 умноженное на 1 и умноженное на минус 7. Далее у нас получается 36 плюс 28 или 64. Тогда k1,2 будет равняться минус b плюс минус корень из дискриминанта знаменатель 2а. В нашем случае минус 6 плюс минус корень из дискриминанта. Это 8. Знаменатель 2 умноженное на 1. Тогда k1. Если идти по знаку минус, у нас получается минус 14 вторых. Или минус 7. K2. Если идти по знаку плюс, получается 2 вторых. Или 1. По условию сказано, что у нас k должно быть строго больше 0. Тогда отсюда следует, что k равняется единице. И наше уравнение прямой y равное kx будет иметь следующий вид. X минус 4. Построим наши графики в одной координатной плоскости. Для начала построим параболу. Проще всего это сделать по точкам. Теперь построим уравнение прямой y равняется x минус 4. Для прямой достаточно всего двух точек. Построим ее. Таким образом мы видим, что у нас есть точка пересечения А. Найдем ее координаты. Для этого нам надо приравнять уравнение прямой, которое мы получили, к уравнению параболы, которое у нас было изначально. Тогда у нас получается x квадрат минус 3x равняется x минус 4. Перенесем все в одну сторону. Тогда у нас получается x квадрат минус 3x минус x плюс 4 равняется 0. Приведем подобные члены. Получается x квадрат минус 4x плюс 4. И все это равняется 0. Заметим, что полученное выражение – это квадрат разницы. Тогда у нас получается x минус 2, все это в квадрате, равняется 0. Тогда отсюда у нас получается, что x равняется 2. Для того, чтобы найти y-координату, подставим наш x в уравнение прямой. Тогда у нас получается y равняется 2 минус 4. Посчитав, получаем минус 2. Запишем ответ. Координаты точки пересечения А будут следующие. По х 2, по y минус 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.